Пятый закон. Закон взвешенного решения. Никогда не принимайте решение на эмоциях, не обдумав его. Очень часто различные хайпы и пирамиды именно этим пользуются, что на эмоциях они вас заряжают так, что вы готовы отнести туда все, что у вас есть. Приезжает ваш сосед, который недавно был дворником, а теперь он приехал к вам на Мерседесе, и вы, конечно же, бежите. Где, как, куда мне положить деньги так, чтобы они завтра превратились в миллионы? Но такого не бывает. Изучайте инструменты, прежде чем в них вкладываться. Обдумайте все нюансы и моменты. И только после этого занимайтесь вкладыванием денег в этот инструмент.